Продолжаются следственные действия с некоммерческой организацией, занимающейся саентологией. Есть подозрения в получении нелегального дохода. Утром 1 февраля полицейские и сотрудники ФСБ нанесли визит в офис на улице Белинского. Мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области. По признакам преступления, описанного в статье 171 Уголовного кодекса «Незаконное предпринимательство». Находящиеся в помещении люди ведут себя не агрессивно, тем не менее пытаются гнуть свою линию даже в мелочах. Встаньте, пожалуйста, здесь. Среди визитеров сотрудники ГСУ полицейского главка, Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции, Центра противодействия экстремизму и областного управления ФСБ. Принимающая сторона – члены организации, известной под названием «Церковь саентологии». Улыбаемся, нас снимают. Визит силовиков для них не первый. Ну тогда был один автомат. Сейчас же выходной, Ксюша. Они сейчас будут материться опять. Узбек, Семич. В один из кабинетов оперативных сотрудников пускать не хотят. Приходится вежливо объяснять, что сотрудники при исполнении войдут туда в любом случае. Ни единого мне. В связи с чем? Сейчас человек. Что вы проверяете? Сейчас человек. Покажите мне хоть что-то. На стеллажах офиса книги основателя саентологии Рона Хаббарда, другая литература, документы, на стенах описание неких учебных курсов. Именно по этим курсам у правоохранителей возникли вопросы. Пока сотрудники полиции входят в кабинет, саентологи выражают свое отношение к происходящему. Предполагаемая сумма доходов от незаконной деятельности составляет десятки миллионов рублей. Визит силовиков носил исключительно правовой характер. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли компьютерное оборудование, хозяйство, финансовую и учредительную документацию, которая сейчас тщательно анализируется. Расследование нашумевшего уголовного дела продолжается.